Все мы привыкли, что свинки или кабанчики выглядят так. Или так. Ну, максимум так. Однако в природе можно встретить и вот такое существо. Это бабируса. Если размерами тела они не впечатляют, то клыки у этих животных явно выделяются на фоне других свинок. Особенно это заметно у самцов, верхние клыки которых проросли сквозь кожу верхней челюсти. У старых сикачей они загибаются вверх и назад настолько, что могут врасти кончиками в кожу лба. А вот у самок развиты только нижние клыки. Для чего бабирусу такие огромные клыки, ученые до сих пор не выяснили, но предполагают, что это обыкновенный вторичный половой признак, либо клыки должны произвести впечатление на соперника в схватках за самку в период размножения.